Всем добрый день. Идет монтаж теплицы арочной. Прием крепыш с размерами 3 на 6 длин. Также установлен набрус станок с обработанным антисептиком. Также установлен уже доп. Прогоны на крыше. Система подвязки по, по одной нитке с каждой стороны. И также заготовки сделаны уже для дверных автоматов. Сейчас будем обшивать туннель и делать поликарбонат на двери с форточкой. Здесь у нас дверь с форточкой, там у нас просто форточка. И все на автоматах себе форточки. Закончили монтаж теплицы, арочный трен крепыш с размерами 3 на 6. Набрус на 100 обработанным антисептиком. Также дверь с форточкой, форточка на автомате. Также второй торце просто форточка, также с автоматом. Натянута только система подвески для растений. Также забиты колышки от ветровой нагрузки. Косина установлена по диагонали. Труба идет 20 на 40 на 1,5 цинкованная. Покрашена полимерным порошковым способом. Цвет коричневый 8-17. Также здесь автомат стоит. Поликарбонат идет на ватра на 75 плотности 4 мм. Для защиты от поликарбоната установлен перфолента с профилем торцевым. Все аккуратно прокручено. Также установлены доп. Прогоны в длину